Всех приветствую на своем канале. Сейчас я вам покажу, что можно сделать из ненужных баночек, которые, может быть, у вас есть. Это значит, вот у меня баночка была из-под витамин. Я крючком связала обычную ленточку, обычные петельки. Затем взяла, обкрутила эту баночку этой лентой и стразами отклеила. Стразы это у меня от алмазинок, вот эти алмазы, которые от алмазной вышивки остались. Вот я их взяла. Вот так вот, как выглядит эта баночка, блестит. Вот еще такая вот одна. Это из-под детского слайма. Слайм здесь был. Получилась вот такая вот вазочка. Вот здесь у меня обычный жгут. Я его брала в фикс-прайсе. Тоже стразиками обклеила. Это стразы у меня остаются. Я их сюда куда-то их применяю. Такая еще баночка. Две одинаковые сделала. И одна такая большая из-под витамин. Собираю баночки. Там крышечки, баночки всякие. И потом что-нибудь у меня вот это уходит в дело. Вот такие вот баночки у меня получились. Вот я цветочек пересадила. Как он называется, я не помню. Надо будет посмотреть. У него еще здесь такие цветочки были. Красиво цветет. Интересно. Вот такие вот. Это мята тоже посадила. Она принялась. Все. Пахнет. Листик только дотронешься, сразу мятой пахнет. Вот это вот хомяк. Сегодня купила Магнит Косметик вот такую вот масленку. Но мне она вообще не понравилась. Стоит, по-моему, на 89 рублей. Но, наверное, придется покупать другую. А что мне в ней не понравилось, я сейчас покажу. Вот она открывается, да? Вот все открылось, да? Вот крышечку сняли. А посмотрите, какое дно. Невнимательная я была. Вот так вот. Дна нету. Если вот сюда вот перевернуть, то она тогда не закрывается. Потому что у нее ручка, вот заклепка здесь. Может, конечно, чего-то я не понимаю. Ну и здесь тоже так же режется. Написано масленка. Не содержит бисфенол А. Полипропилен, полистирол. Я не знаю даже как. Она вот все. Здесь 50 грамм написано. Можно отрезать сколько тебе нужно. Здесь масло с отметками сразу. Вот здесь вот отметочки. Ну, короче, не знаю как быть теперь. Но мне она как-то не очень нравится. Ну, пока буду пользоваться. Дальше сейчас покажу, что я начала вязать. Ой, баночки. Начала вязать я вот такой вот кружок. Это будет... Хочу как коврик сделать на пол. Вот у меня всякие тут старые клубочки. Вот такие вот ниточки остались. Ну и маленькие вот эти вот остатки. Хочу их убрать все, потому что зачем они? Тут барсик у меня уходит, вытаскивает из коробки моей вязальной. Вот такой вот кружок у меня получается. Ну, здесь фиолетовый. Такой цвет. Тут как синий передается. Тут крючочек тоже хороший. Я покупала его. Хороший крючок. Мне нравятся такие крючочки. Сейчас я вам покажу котиков, которые дочь сделала. Это вот такой вот котик. Прям как настоящий. Вот с хвостом таким. Этот рыжик. Рыжик у нас чуть-чуть такой как-то... Наверное, только с просони, что ли. Как-то глазки у него перекосились. Я говорила ей исправила. Она говорит, нет, так надо, говорит. Это он сонный. Ну ладно, говорю. Это у нас барсик. Барсик с таким вот новогодним у нас колпачком. Это у нас Мила. Такая вот кошечка лежит. Такая вот кошечка.
Не знаю, мне нравятся вообще обалденные котики, она вообще слепила. А это из какой-то игры, она как-то мне сказала, я не знаю, с какой-то игры. Вот такую вот сову купила недавно. И было две штучки по 149 рублей в ленте. Там сейчас очень много игрушек всяких разных. Ну, вот такую вот я сову купила. Я потом там нафотографировала, хочу сама их сделать, потому что очень дорого, и потом они мне не нужны будут. Я хочу попробовать их сделать сама. Так что в следующем видео, скорее всего, я буду показывать вам уже именно новогодние игрушки. Как их делать, я думаю, уже пора показывать. Это котика давно я покупала из фикс-прайса, вот этот вот котик. Это для колец. Вот этот хвостик у него для колечек, вот сюда колечки ложить. Ну, дочь мне принесла, говорит, для чего будешь сюда, говорит, ложить, если будешь что-то готовить. Я говорю, хорошо, спасибо. Ну, вот так вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Комментируйте. Всем пока-пока.